здравствуйте. Что? Иди отсюда? Это как это? Почему не радуетесь? Должны радоваться, что я пришел. Порядок наведу. Иди, говорит, отсюда. Ничего себе, вот это встречают. Это для нас, да? Свеженькие булочки. О, какие люди, да, без охраны. Сколько у вас какашек-то здесь? Что за безобразие? Все хорошие девочки собрались в одном магазине. А тут такое, такая бяка. А? Что, вы не успели снять, что ли? Вам не позвонили? Что, еще положите? Ну, давайте, ну, выкладывайтесь. Давайте. Сочники с творогом. Чем больше, тем лучше. Можно с маком. Все у нас голодные люди. Надо их покормить, накормить всех. Вот вы сами свой труд как бы уважаете, но спекли, сразу же упаковали, выложили. Не выкладывайте, молодой человек, не выкладывайте. Не надо выкладывать, не надо. Не надо. Немножко пускай остынут, упакуйте их, маркировочку сделайте и все на это. Надо упаковать их сначала. Они уже подостыли. Ну тогда тем более упакуйте хотя бы вот этой стретч-пленкой и маркировочку сверху. А маркировку мы не даем только на кассе. Мы не маркируем, мы только на кассе вам их пробьют. Но вы это не делайте. Попросите кассира это сделать. Любого работника попросите. Вы возьмите просто... Нет. Я не говорю, что конкретно вы промаркируете. Короче, позовите администратора. Я сейчас покажу, как это делается. Сейчас пойдем на кассе, пробьем мы эти маркировки и приклеим. Ну, уже только не на эту, которая лежит. Она сколько здесь лежит, неизвестно. Ой, деревянные. Тук-тук-тук-тук-тук. Вообще деревянные. Вот сколько ей? Интересно. Это вообще жесть. Она реально деревянная. Я думаю, всем слышно. Как они говорят, мы не упаковываем, чтобы была хрустящая корочка. Наверное, вот такая. Даже не мнется. Как бы зубы не сломать об эту корочку. Я в шоке. Я просто в шоке. Это ж как вот так надо. Пойдемте, я покажу, что нужно делать. Как называется? С маком. Девушка, идемте, нет? Надо такую девушку красивую, пусть все посмотрят, влюбятся, придут, будут ходить чаще. Девушка, я вот сейчас пока спокойный, добрый, я вам иду на уступки, а вы меня игнорируете? Да я не снимаю. Ага, понятно. Ну не получился, значит, диалог. Хорошо. Должна быть упакована каждая булочка и промаркирована. Я еще от перекрестка это знаю. Ну, так а почему? Нам надо вот так угадывать. Вызываю. Кому надо? Руководство сверху. Отвечать-то будете вы непосредственно. Почему перекрестки фасуют, фасуют? Эти отсюда выловят. Вот где она спряталась, оказывается. Да. Предложил им сейчас решить конфликтную ситуацию. Показать им, каким образом нужно что сделать. Смотри. Это бесполезно. Бесполезно. Девочка просто... Они знают, она перекрестка. Все они знают. Я с ней общаюсь, она поворачивается ко мне своей задницей, не знаю, там красивая, некрасивая, это другой вопрос. И просто игнорирует. Да я просто как бы недобрый человек сейчас буду, вот и все. Вы вот просто вот тоже, вы же меня не услышали, я говорю, ну хотя бы не выкладывайте. Ну вы решили выкладывать, да ради бога. Я предложил человеку решить эту проблему. Пока спасти ваши булочки предложил. Вы продолжаете их выкладывать. Их надо упаковать и промаркировать. Как это сделать, я хотел показать вашему работнику, который ко мне повернулась задницей. Для этого я говорю, нужен работник ваш, который повернулся ко мне задницей и ушел. Я ее не собираюсь уговаривать. Вы говорите маркировать. Это же значит штрих-код туда нужен. Слушайте, вы меня тоже немножко удивляете. Ну да, надо штрих-код, согласен. А они у нас идут не по штрих-коду, их просто типа по кассе проводят. А они как, они напишут на бумажке просто, что это круассан или там. Как они делают, я уже вижу, но так делать неправильно. Правильно взять, заранее распечатать вот эти вот чеки,
упаковать и приклеить их. Вот и все. Вы перекрестки были как раз? Видели упакованные? Нет, так я вижу, но через кассу мы же ничего не провели. Ничего. А как они... Слушай, Денис, у меня такое ощущение, что тут работают, может быть, хорошие работники, но с умственно отсталыми этими способностями. Такое ощущение, что я говорю, я вам об этом 10 раз говорю, вы... Вам с вами что, вообще плохо, что ли? Вы говорите, замаркировать, а маркировать чеком, правильно? Чека нет, и бумажки нет. Ну вот я вам об этом 100 раз уже говорю, что нужно чек распечатать. Чек надо заплатить, я же не кассир. Да к вам никто ничего не говорит, я говорю, нужен работник, который подойдет, нажмет кнопочку на экране. Денис, а кто здесь самый старший? Давай пригласим, потому что такое ощущение... Настя, ты сегодня самый старший, Настя. Ты старший. Вот, Настя. Ну тогда беда. Тогда с Настей я уже разговаривать не буду. Настя неуважительно относится не только к покупателям, а ко мне лично. У нее ко мне личная неприязнь. Соответственно, я с ней разговаривать уже больше не буду. Школа скоро придет. Да, да, да. С ним, я думаю, будет разговаривать. Да? Я к ней так и сяк, со словами и без слов. Она ко мне жопой поворачивается и молчит. Так, ну извиняйте. Походить по магазину. Все, все сняли. Ну, вот тут еще одна булочка. Да нет, наверное, просто пропустил. Держите. Вот называется, не делай добро людям, не получишь в ответ говно. И дернул меня что-то язык, говорю, давайте я вам помогу. Ой, ой, что я вижу? Ну, вот то же самое, ну. Что-то у нас арахис жареный, соленый. Мыть будем? Не будем мыть. И термической обработке не подлежат. Реализация невозможна в таком виде. И обрати внимание, один общий, как это, ложечка, совочек, я не знаю, на набор всего. Он не лучше. Так он один общий на все. То есть можно и сливы, и семечки, и орешки. Так, ну что, это буду снимать, а потом уже будут показывать. Я не понимаю. Вроде единая сеть. Мусор почему делаете? Не надо, так где? Куда побежала? Ну-ка верни быстро. Смотри, нахалку, пергла телегу. Ну не буду я за ней бежать, что, мальчик что ли, бегать. Ну за это... За это мы сделаем им вот что. За их пакость. Мы, наверное, вот так сделаем. Вот так посыпем. Ну, я не имею в виду, что мы мусорить будем. Так получилось. Денис, сейчас он опять заберет. Хватай, хватай корзинку. Ой, ругается матом. Какой кошмар. Товар зачем забрали? Полу, почему? Верните, почему? Сейчас приедет участковый, этот товар будет отдаваться. Зале. Сделаем мы не чисто, не переживайте. Убирайте камеру. Верните товар, я уберу камеру, верните товар, который участковый должен описать. Без этого как бы вы совершили сейчас очень нехороший поступок. И на вас, чтобы не писать заявление, не будет, да? Ничего не будет. Как вот в центре города, они же согласились, да? Мы все устраним. И все устранили. Пока у них нет маркировки, они это и не выставляют даже. То есть упаковать они не могут промаркировать. Поэтому у них и нету реализации. Ну, посмотрим, как здесь директор среагирует на это. Потому что в любом случае торговать этим нельзя будет. А мы правильно можем и завтра, и послезавтра приехать. Да хоть каждый день будем приезжать.